манку, который идет с двумя язычками, значит, показываю. Значит, вот маночек, имеет специальные две заклепочки. Благодаря этим заклепочкам, вот, и, кстати, язычки один толще, другой тоньше. Вот благодаря этим заклепочкам они не залипают. Вот я сейчас просто покажу. Сейчас я закрою. Вот, закрываю манок. Беру сейчас, заливаю сюда воды. Делаю вот так вот и... Еще раз. Заливаем воды и... То есть, в принципе, весь секрет в язычках. То есть можно залить. Единственное, конечно, если туда попадет, конечно, какая-то семечка, если взять его в кармане, то, конечно, он будет залипать. То есть вот такие есть манки. Не буду говорить, как они называются. Кому надо, кто не идут.